Официальное обращение граждан РФ и ДНР к президенту РФ Путину Владимиру Владимировичу, главе ДНР Пушкину Денису Владимировичу, а также командованию СВО на территории Украины, командованию ВЧ-08-803. С просьбой дать разъяснение и принять меры реагирования по следующим вопросам. Первое. Qondarma Donetsk Respublikasının bir qrup hərbiçisi Rusiya prezidenti Putinə, Qondarma qrupunun rəhbəri Puşilinə və Rusiya qoşunlarının Ukraynadakı komandanlığına müraciət edib. Telegram kanallarında yayılan müraciətdə hərbiçilər qanunsuz olaraq səfərbərliyə cəlb edildiklərini, hətta möhlət hüququ olanların, sağlamlığında problemləri olanların da səfərbər edilərək heç bir hərbi hazırlıq görmədən döyüş bölgələrinə göndərildiyi deyilir. Müraciət edənlər onlara lazımı tibbi xidmət göstərilmədiyini, zirehli gödəkçələrlə təmin edilmədiklərini, bəzi hallarda yararsız hərbi ləvazimat verildiyini deyib. Narazı hərbiçilər onlara rəhbərlik edən komandirlərin döyüş qabiliyyətinin olmadığı, bu səbəbdən şəxsi heyət arasında çoxlu sayda ölən və yaralıların olduğunu deyir. Hərbiçilərin müraciətlərini təqdim edirik. По состоянию здоровья непригодны к воинской службе. Комплектование 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка проведено в нарушении пункта 4 статьи 15 закона ДНР от 02.11.2015 года номер 84/НС об обороне. Вследствие чего подразделение будет сформировано из необученных гражданских лиц, не прошедших обязательную военную подготовку. Согласно абзац 2 части 1 статьи 1 статьи 11 закона ДНР от 17.02.2015 номер 8/НС о военной обязанности и воинской службе. Второе. В нарушении статьи номер 39 закона ДНР номер 8/НС 4-му стрелковому батальону 109-го стрелкового полка без прохождения первоначальной военной подготовки приведению к военной присяге было выдано и декретировано стрелковое оружие, с которым по настоящее время 4-й стрелковый батальон 109-го стрелкового полка выполняет боевые задачи. Также стоит отметить, что во время мобилизации никто из призванных на воинскую службу не был уведомлен о том, что будет направлен в зону проведения специальной военной операции на территории Украины. Каких-либо документов о своем добровольном согласии в данной военной операции никто из личного состава 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка не давал и не подписывал. Третье. До настоящего времени никто из мобилизованных не ознакомлен с приказами о своем зачислении в состав 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка, а также со своим юридическим и правовым статусом нахождения на территории Украины. По прошествии 4 месяцев личный состав 4-го стрелкового батальона 109-го стрелкового полка